Telegram механизм через оплату криптовалюту Тон. Разработали двойной кошелек, так называемый. Очень безопасный, очень конфиденциальный. Я сегодня и вчера выставил ролик. Создавайте двойные кошельки. И вообще никто не получит туда доступ, понимаете? Переходим в Каспи, мой банк. Оплата в интернете. После «Изменить лимит» выбираем минимальную сумму 25 тысяч тенге и нажимаем «Изменить лимит». После установления лимита. Далее заходим в Telegram, нажимаем «Поиск» и пишем латинскими буквами сначала «Собачка», далее «Wallet». После этого выбираем кошелек, нажимаем «Старт», «Открыть кошелек». Нажимаем на три точку сверху, настройки, и здесь нажимаем на галочку «Показывать Tonspace Beta». Теперь нажимаем назад, и здесь увидели новую категорию «Tonspace Beta». И нажимаем «Создать Tonspace», «Создать копию по email» и пишем «Свою почту». Здесь я скрыл свою почту, и плюс пишем шестизначный код, который придет на вашу почту. После этого нажимаем «Открыть Tonspace». Теперь создаем ваш скрытый кошелек внутри самого кошелька. Теперь пополняем свой кошелек. Пополнить. Банковская карта. Тонкоин. Далее. И здесь у новых людей, которые создают впервые свой кошелек, у них могут попросить пройти базовый уровень верификации. То есть пишем имя, фамилию и дату рождения. После этого нажимаем «Отправить». И повторяем наше действие. Выбираем Тонкоин. Нажимаем «Далее». Минимальная сумма здесь 3, я выбираю 4 тонкоина. Теперь нажимаю «Купить», «Банковская карта» и «Оплатить картой». После этого пишем 16 цифр спереди карты, номер карты, потом срок действия карты. CVV – это 3 цифры с обратной стороны карты. После этого латинскими буквами имя держателя карты, как у вас написано на вашей карточке. После этого нажимаем «Оплатить». И в сообщении Каспи банка приходит сообщение. Шестизначный код 178936. И пишем этот код. Нажимаем «Подтвердить». Кошелек успешно пополнен. Теперь наша задача – пополнить наш скрытый кошелек внутри кошелька. Нажимаем Tonspace Beta, пополнить, перевод из кошелька, Тонкоин – далее. И здесь комиссия, поэтому пишем 3,95. Подтвердить и отправить. Готово. Теперь нажимаем на три точку сверху справа. Тонкоины уже поступили на наш же внутренний кошелек. Теперь, чтобы участвовать в проекте Мухтара Блязова, сворачиваем, свернули Telegram, заходим на сайт ДВК, выбираем категорию криптовалюта и копируем адрес для Тонкоин UKA и 9WL3. Копируем. Обратно заходим в Telegram. Нажимаем «Отправить». Внешний кошелек. Нажимаем на само слово «Вставить». Далее. Пишем. Здесь комиссионная, здесь чуть-чуть меньше, поэтому 3,93. После этого нажимаем «Далее». Проверяем. Все правильно. Подтвердить и отправить. Готово.